Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Как вас зовут? Ну, меня Кирилл, его Руслан. Власов Олег Евгеньевич. Я Рыкушевич Валентина Ивановна. Здравствуйте, меня Мирон Егор. Малов Леонид. Скажите, вы любите свой город? Да. Да. Свой город я люблю. Очень люблю наш город. Он очень красивый, хороший город. Конечно, хороший город. Мы тут выросли. Конечно, я здесь родилась, выросла, долго прожила. Какое ваше любимое место в Шимановске? Я как художник, я ходил часто на этюды за аэропорт. Там очень красивые места. Я ходил туда за грибами, ходил с этюдником, рисовал. Там у меня много картин, которые связаны именно вот, где аэропорт, сосечки, дорожка такая вот, весенний вот. Когда дорожка размытая, вот мне это все нравилось рисовать. И у меня много картин с этим связано. Все-таки, наверное, площадь около спутника или стадион. Новый или старый? Наверное, новый. А тебе? Микрорайон, потому что родной район. Стадион. Вот этот новый, да? Да. Нет, не новый, почему старый, мы там занимаемся скандинавской ходьбой, поэтому всех желающих приглашаю, это очень здорово. Пол. А что вы там любите делать? Ну, там наши друзья, получается, и мы... Вот там еще речка рядом. Ну, как бы, можно развлекаться. Ну, наверное, там, где покрасивее, центр города. Там, где сделаны дороги, красивые дороги, ремонт. Ну, и все остальное. Ясно. Чего не хватает молодежи, на ваш взгляд, чтобы вообще было прекрасно в Шимановске? Наверное, каких-то вот больше... Ну, проходят дискотеки в КСК, все-таки больше, наверное, каких-то мероприятий для молодежи. Наверное, развлекательных центров для занятий спортом, для отдыха и всего остального. Ну, того, что, ну, как бы, мало развлечений, где можно поиграть там, ну, так, повеселиться. Бассейна нету. А какие вам развлечения нужны? Ну, плавание. Да. Для молодежи. Я это не могу сказать, нужно спросить у молодых, что им не хватает. Для меня все хватает. Для этого вот, чтобы молодежь, например, вот я в свою Одессу, мы сами находили занятия для своей, ну, для своего досуга. Там пилили из дерева, там что-то делали. А сейчас все, молодежь сидит на компьютерах. А этого не нужно. Ну это же тоже неплохо. В нашем городе не хватает людей, которые бы любили поистину город. Те, которые не мусорят, не бросают окурки с балконов, не бросают бумажки на остановках, а хотя бы складывали себе сумочку или урну. Это трудно сказать. Очень много моментов, которые волнуют и радуют. Спасибо вам большое. Обратитесь, пожалуйста, пару слов молодежи. Скажите что-нибудь. Ой, девочки и мальчики, запомните, только тогда осознаешь, что ваша малая родина – это единственное хорошее место было в вашей жизни, когда станете взрослыми, когда уедете, когда будете далеко от своих родных мест. И будет очень мало возможности приехать сюда, встретиться с одноклассниками, друзьями, подругами, друзьями и так далее. Огромное вам спасибо. Я люблю свою маму, Герасименко Марию Викторовну, она самая лучшая. А ты? Я люблю свою маму, ее зовут Канатова Наталья Александровна. Она самая лучшая, чё? Все, пацаны, спасибо. Кем бы вы хотели работать? Ну, я хотел бы самолет-строителем работать. Опять? Не думал еще, да? Я программист. Спасибо, ребята. Спасибо. А вы в каком районе проживаете? Я живу вот здесь, на Октябрьской. А, ну, вы счастливый человек. Да, я считаю, что да. Да, я тоже на Ленина живу. Мне нравится. Что я должен говорить?